силу. Я хотел просто... Всегда и везде хочу этих чистых и светлых отношений с людьми. Потому что это и есть правда. Эти отношения являются правдой о человеке. Некоторые говорят, я думала, что ты хороший человек, но правда заключается в том... Так вот, знаете, что это неправда. Это неправда. Потому что все люди в этом мире выполняют волю нашей судьбы. Есть высшие силы, которые дают, заставляют, принуждают близкого человека или далекого человека делать нам какие-то трудности в жизни. И, допустим, вы сейчас скажете, ну это же не видно. Вот теперь мы с вами возвращаемся назад к теме успеха в учебе. Смотрите, это не видно. Но веды говорят, именно это знание я изучаю и преподаю. Веды говорят, что если ты хочешь получить успех в учебе, прими от того человека, который знает истину, просто открыв для нее свое сердце. Это не означает фанатизм. Это не означает слепость. Это означает принятие, это не слепость. Принятие – это способ, правильный способ жить. Принятие человека означает узнать его. Вот, допустим, мой муж мучает меня. Ну, кого муж мучает? Есть такие люди здесь? Муж мучает, вас муж мучает. Примите его сейчас. А? Нет, вы ошибаетесь. Пытаетесь его принять. Начни сначала. Пусть не везет подчас. Примите прямо сейчас. Вот он такой, и это вам положено. Принять означает, вот он такой, и это вам положено по судьбе. Он такой жесткий, непреклонный, постоянно давит на вас своей психикой. Я правильно говорю? Да, это вам положено. Это я тоже правильно говорю. Так вы об этом еще не знаете. Примите всем своим сердцем, и вы увидите, что для того, чтобы принять его всем своим сердцем, вам не хватает силы. Силы. Вот в этом корень проблемы. Корень проблемы заключается в том, что мы учимся всему, чему угодно, кроме того, что является самым главным. Самое главное в нашей жизни – это научиться иметь отношения с источником силы. Глубокие, сильные отношения с источником силы. Верить в этот источник. И с помощью этого источника силы человек может принять свою жизнь в свое сердце. И тогда он узнает, что вот эта грубость и твердость и непреклонность близкого человека является всего лишь ответом, ответом. Причем не ответом надменным и циничным, а страдальческим ответом. Ваш близкий человек страдает так в отношениях с вами, потому что вы не знаете, что ваша обиженность на него имеет такую же непреклонную и жестокую природу, как его упорство. Когда вы поймете, что ваше обиженное поведение рядом с ним сильно ранит его сердце, и поэтому он таким становится, тогда вы поймете, что в этом мире все гармонично и правильно. Но чтобы все это понять, нужно вот здесь сердце иметь силу, надо стоять над этой ситуацией. Над этой ситуацией означает понять, что я душа, почувствовать свою вечность, чистоту, что этой ситуации все проходит, все эти ситуации проходят, а душа вечная остается. Ситуация сегодня есть, завтра ее нет. Некоторые люди, они настолько сильно привязаны к ситуации, они к своей духовной чистоте и силе. Они эту ситуацию, она прошла, но они ее помнят всю жизнь. Помнит сердце, не забудет никогда. Понимаете? То есть означает, что они живут в этой ситуации, продолжают там жить. Два монаха переходили через речку. И девушка молодая сказала, я не могу перейти, потому что я боюсь реки, я буду стоять здесь, и, пожалуйста, помогите мне. Один монах взял ее, посадил на шею и перенес. И потом они идут, 2 километра прошли,
И другой монах говорит: слушай, я не могу, просто не могу понять, как ты это сделал. Он говорит: в чем дело, что случилось? Он говорит: как ты, монах, посадил красивую девушку себе на плечи? Ты же потерял, полностью потерял свое монашество в результате. Он говорит: о чем ты думал, когда ты ее нес? И тот второй сказал: когда я ее нес, я думал о Боге. И я ее нес на самом деле всего вот эти 100 метров, в которые течет река. А ты ее несешь в своем сердце уже 2 часа. Да кто из нас потерял монашество? Видите, духовная сила и чистота – это выход. Человек может легко освободиться от ситуации, в которой он находился, если он в нее попал в результате влияния судьбы. Или, имея духовную силу, он даже может в нее не попасть. То есть он может находиться в ситуации внешней, а внутри не находиться. У духовного учителя, моего духовного учителя, была такая ситуация. Была очень тяжелая критическая ситуация во всем духовном движении. И ученики, они просто были в панике, и он сидел, смотрел на них. И он как бы говорит, ну, он им что-то объяснял, как надо делать, но они все были в панике, они там все... Ну, в общем, была страшная ситуация. И он говорит: извините, я сейчас выйду в соседнюю комнату, мне надо там чуть-чуть отдохнуть. И он вышел, и один ученик подглядел в щелку, что он там делает. Потому что он ученик, он хочет понять, что духовный учитель делает во всех ситуациях жизни. И он лег на пол и начал смеяться над всем этим. Просто искренне смеялся, как над шуткой, которая вообще в жизни может быть. Как над шуткой. Хотя эта ситуация касалась непосредственно его в жизни. Больше всех. И он был в шоке. Он увидел, что такое душа, как действует душа. Что именно этому надо учиться в жизни. Смотрите, интересно. Я хочу... То есть, смотрите, духовная платформа и материальная платформа. Мы учимся этому пониманию вещей сейчас. Пытаемся в этом постичь успех. Смотрите, это действует везде. Я вам сейчас опишу удивительный закон, который мы должны знать. Смотрите. Духовная платформа означает, я во всем вижу чистоту и свет, и понимаю, что все мне дано по судьбе правильно. Я принимаю свою судьбу. Я принимаю все. Это означает духовная платформа. Но это невозможно создать просто, понимаете, так раз, я принимаю, как сейчас современные психологи, ты принимаешь. Приводится такой пример в Ведах, если, ну, я немножко утрирую. Если тебе кто-то уколет в попу иголкой, и как бы... Вот психологу надо, тому, который вот эти тренинги современные проводит, надо ему пример этот привести, самовнушение. Тебе укололи в попу иголкой. Теперь иголку держат и говорят тебе: ты принимаешь эту ситуацию. Ему больно, он сидит, и он не может принять, потому что больно. Но точно так же больно бывает и психически. Не только физически. Веды говорят, психическая боль сильнее, чем физическая. Поэтому говорить «я принимаю», ты принимаешь ситуацию, если человек просто больно. Какой смысл об этом говорить? Надо просто дать любовь в это время, дать счастье, успокоить его. Так или нет? А не философствовать по поводу того, что ты принимаешь ситуацию. Он не может принять, ему больно. Вопрос заключается в том, что бывает и не больно. Есть такие люди, которые стоят вне телесной концепции, означает, они телу не придают так много значения, как мы. Это значит, что ему не будет так больно от этого укола, как нам. Но это опять еще более высокий уровень развития личности. Понимаете? Это не то, что он натренировался терпеть боль. Нет, он по-другому относится к жизни.